На «Спартакиаде» вели борьбу 360 спортсменов. Юниоры 17-18 лет, юниорки 15-17 лет. Сборную Нижегородской области представляли 18 пловцов. Я считаю, что достойно выступила. Есть медали, есть призовые места, победы, личные рекорды, достижения. Три выигрыша у Елены Богомоловой в составе команды в личном первенстве на всех дистанциях брасом 50-100-200. Матвей Федоров у нас отличился на двух дистанциях. Это 50 на спине серебро, 100 метров на спине бронза. И, естественно, изюминка наших стартов – это была как бы команда сборной в составе Елена Богомолова, Матвей Федоров, Иван Баленков и Анна Кузнецова. Это была эстафета команда 4 по 100, комбинированная микс. То есть здесь команда добилась бронзовой медали, уступив команде Москвы и Санкт-Петербурга. Елена Богомолова из спортшколы «Нижегородец» СП Нижегородской области победила на трех дистанциях брасом. Она проплыла 50 метров, 100 метров и 200 метров с золотыми показателями. Матвей Федоров из «Носшор Дельфин» получил серебро и бронзу на дистанциях 50 и 100 метров на спине. В общих чертах хорошо, потому что места есть. Эстафета команда плавания прошла тоже неплохо, могли лучше. Не хватило очной борьбы. А за себя могу лишь сказать, что выложился на максимум. Нижегородская команда, состоящая из Матвея Федорова, Ивана Баленкова, Анны Кузнецовой и Елены Богомоловой, в смешанной эстафете 4 по 100 метров, заняли третье место. В эстафете было не особо сложно участвовать. Мы могли бы быть вторые, если бы участвовали в одном заплыве, так как Москва с Питером участвовали в последнем заплыве, а мы в предпоследнем. И не было особо борьбы. Так бы, если мы плыли в одном заплыве, мы могли бы зацепиться за них и занять второе место. Я считаю, выступили мы достойно. Вот, каждый из нас работал, старался. Вот. Так что я считаю, выступили очень хорошо. Боролись до конца. В этом сезоне это были последние старты у команды Нижегородской области, которые прошли довольно успешно. Подготовка к новому сезону начинается в августе, а первые всероссийские отборочные старты собирается провести уже в конце сентября. Владимир Смирнов, Валерий Шакуров. Время новостей.